Да, это улица Розо, центральная поликлиника. Но что самое интересное, троллейбусы как не ходят, такие не будут ходить у нас в городе. Давайте посмотрим, какие еще есть розы. Вот в этой ихней клумбе. Ну, мало всего. Вот что-то они новенькое посадили, оригинальное. Такое синенькое, даже я не знаю что. Вот четыре маленьких деревца я вижу. И подходя к центральной клумбе, тут у нас тоже есть цветочки. Мы сейчас посмотрим, какие есть. Это то, что только-только-только посадил Пезеленстрой недавно. Розы. Что меня больше всего интересует. Это вот они. И там тоже что-то должно быть. Похоже на такие, как на площади растут. Но немножечко не те.